За несвоевременную уборку снега и наледи с крыш домов управляющим компаниям грозит штраф от 250 тысяч рублей. Снежные навесы и наледь должны незамедлительно убираться с кровелей многоквартирных домов. Это отметили инспекторы Госжилинспекции. Они продолжают вести ежедневный контроль за очисткой. Специалисты проверили состояние крыш домов на улице Малая Ямская, куда эксперты пришли уже со второй проверкой. Оценить, как после предписания убирают снег на крышах. В Государственной жилищной инспекции проводятся контрольные мероприятия. В данном случае выявлено нарушение в части содержания кровли многоквартирного дома Малая Ямская 66А. То есть видим оперативную работу управляющей компании. Ведутся комплексные зачистки кровель от наледи, сосулек, снега. Сколько на высоте работает альпинистов? На высоте работает более 4 бригад по 3-4 человека. На данном доме сейчас на крыше четверо. Один снизу контролирует и обгораживает ленту. Безопасность жителей обеспечена? Конечно, это в первую очередь.